Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт. Представляю вашему вниманию очередной бой в режиме 3-3. Карта Вандийские побережья. Играю я за Космодесант. Со мной в команде Сестра Битвы под ником Алекс. И космодесантник Злая Псина. Против нас играет за Эльдаров Неттия. За Хаос играет Клоун 333. И за Имперскую Гвардию, тут с неприличным ником, будем называть его Анафист. Переключаюсь на себя и смотрим, как было. Иду я, естественно, через генераторы, оружейка. Тут на двух точках-то не наспамишь войска. Делаю два генератора, чтобы быстрее перейти в Т2 и быстрее вывести клайдеров. Ибо на этой карте идет раш с первых минут. Кто больше наспамит, тот и выигрывает. Сестра тут начинает делать сестер битв. Тут Злая Псина удивляется спам пехоты. Ну, хоть кто-то сделал пехоту, то он тоже идет через оружейку, через генераторы. Быстро в Т2 нас могли бы задавить. Тут Эльдар сделал темных жнецов. Я вижу тут в ближний бой своими разведами. Ну, тут и дозорные начинают расстреливать. Теряю я своих разведчиков. Не успел я захватить ключевую точку. Вот-вот уже перейду в Т2. Прокачиваю на свои точки. Как бы ситуация не из самых хороших. Тут и Хаос подбегает своим лордом. Начинает тут темные жнецы расстреливать мой пост. Она прокачалась и начинает расстреливать в ответ. Ставлю я машин пит. Тут Хаос бежит в ближний бой, чтобы сломать мне пост. Подбегает сестра и начинает помогать мне отдефаться. Пытаюсь я разведчиками повязать в ближний бой темных шнецов, отгоняю их таким образом. И лорд Хаус остается один. Тут с строителем сразу подбегаю, чтобы отремонтировать пост. Наверху тут имперец застраивается турелями. Не хватает энергии, ставлю третий генератор. Ставить святилище чистоты тут, Алекс. У псины уже вышел первый глайдер. И враги занимают обе ключевые точки. Выходит у них первый байгер. Заказываю еще одного. Тут видим два глайдера есть у Злой Псины, и расстрелял он тут командирский отряд имперца.
заказывал третий глайдер. У Хаоса есть уже машин пит, делает тут самолетов. Еще один самолет делает. И третий глайдер у меня готов. Застроил тут термогенератор Ильдара Нетия. Я подлетаю, вижу, что тут термогенератор стоит. Опа-на! Почему бы его не сломать? А Ильдар-то ее только застроил, только потратил на нее кучу влияния. Начинает терять свой термогенератор. Потерял свой термогенератор. Тут у меня нет драконов, которые могли бы уничтожить моих глайдеров. Я начинаю расстреливать его пехоту. Отвел назад раненого глайдера. Начинаю расстреливать тут лорда Хаоса. Видимо, решил он может разобрать глайдеров, но нет. Прилетает тут адский коготь Хаоса. Самолет Хаоса будет пожирнее, чем глайдер мой. Ну, у меня три глайдера. У меня всего лишь один самолет. Отлетает назад. Продолжаю я перестреливаться тут с войсками Ильдара. Снял точку, отбежал назад, чтобы не потерять разведчика, и заново захватываю ключевую точку. Вижу тут точку прокачанную, начинаю ее сносить. Ну тут вижу, что вышли у него драконы, и отлетаю назад. Нужно было отремонтироваться хоть как-то. И пока занимаю центр, стою тут. Видим тут 4 глайдера у Псины, он делает 5-го. Продолжает гонять тут своими драконами. Потерял я своего разведчика, который захватывал ключевую точку. И начинаю тут рабочими ремонтировать сразу моих глайдеров. Начинаю расстреливать тут драконов Ильдара. Тут подлетает своими самолетами злая псина. Отвел я одного строителя на базу, одного оставил, чтобы постоянно ремонтировать своих глайдеров. Тут две пачки драконов, но у нас тут в общей сложности 8 глайдеров. Писал я, лучше бы отойти. Понимаю, что они отходят. И продолжаю его поддерживать. Сносим точку Ильдара. Хаосит. Тут 3 самолета. И начинаем разбирать базу Ильдара. Подлетает он тут своими самолетами. Я переключаю все огонь на самолеты, чтобы их уничтожить. Промахивают свои глайдеры тут, никак не могут попасть по самолету Хаоса.
Вильдор отвел своих строителей и начинает терять здание за зданием. Вильдор ничем не могут его прикрыть. Теряется еще один самолет Хаосита. Заказывают тут и перец Василиск. И начинаем теперь расстреливать уже главное здание Эльдара. Тут сбрасывает своих уничтожителей Хаосит, чтобы уничтожить наших самолетов. Нужно было добить тут главное здание Эльдара. И успешно тут мы уничтожили очень много зданий у Эльдара. Тем временем у нас уже есть Т3, заказываем терминаторов, прокачал они телепортеры, делаю хищников. Снова захватываю ключевую точку. Василискими продолжает обстреливать точку сестры и Гэшник. Сестра играет через пехоту, но на такой карте неразумно играть через пехоту, ибо у вас всего лишь две точки и много не наспамите, а вот энергию вы могли воспользоваться в большом количестве, поставив второй штаб и еще 6 генераторов. Так что лучше играть через технику. Вышел у меня второй хищник. Ильдар тут отстраивает технопортал пока что. Не видим главку у нее. Нету главки. Да, только технопорталом и все. Жду я Библиария. Тут тоже пачка терминаторов у Псины делает хищников. Идентично мы играем с ним, получается. Там зеркальная тактика. Пишу я, чего стоим, чтобы намекнуть им пойти в атаку. Уже бы. Тут селестянки и сестры быстро разберутся с хищниками. И минус один хищник в хаосе. Теперь начинают расстреливать тут уничтожители. Под плотным огнем его быстро разобрали. Селестянки быстро технику разбирают. Вот тут Василиски начинают расстреливать, только они стреляют куда-то не туда, по точке зачем-то.
лучше бы стрелял по пехоте. Тем временем, с другой стороны, я иду в атаку. И тут начинаю расстреливать Ильдара, побитого Ильдара. Ну тут нечего показывать, интересно. Ильдара тупо сношу. Ильдар. А, Ильдар не вышел, вышел Хаосит. Клоун. Клоун 333. Выходит Анафист. И до конца доигрывает тут Ильдар. Сбросил я еще дредноутов. На этом все. Давайте смотреть счет. .485 набираю я по армии. Злая псина набирает 425, Алекс набирает 265, Клоун 333 набирает 85, Анафис набирает 110 и Ильдар набирает минус 45. Убито мною 32, потеряно 7, уничтожено здание 10, потеряно здание 0. Злая псина убита 44, потеряно 6, уничтожено здание 6, потеряно 2. Алекс, убито 25, потеряно 24, уничтожено здание 2, потеряно здание 0. Клоун 333, убито 7, потеряно 31, уничтожено здание 2, потеряно 0. Анафист, убито 24, потеряно подразделение 31, уничтожено здание 0, потеряно здание 4. И Ильдар, Нети, убито 6, потеряно 39, уничтожено здание 0, потеряно здание 14. Топ-1 по ресурсам набираю я. Самый технологичный оказалась сестра Алекс. Такой вот бой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, ребята. Пока-пока.